В Волгограде подвели итоги 5-го открытого городского фестиваля «Рождественские встречи». Этот конкурс объединяет несколько поколений исполнителей: вокал, хореографию, рукоделие, сценическое мастерство. В этом году свои таланты продемонстрировали более 1500 участников. В программу гала-концерта вошли самые запоминающиеся номера, уверена Марина Сабадаш. Яркими звездами, вихрями метели, переплетениями ледяных узоров танцевальные коллективы создают на сцене сказочную картину. Но какой зимний праздник обходится без народных гуляний? Участницы коллектива удивляют зал отточенной техникой исполнения. Оксана Маркова внимательно наблюдает за своими подопечными из зала. Даже вне конкурса педагог анализирует ошибки. Вырисовывается общая картинка, и сразу видно все недочеты, недостатки, какие-то недоработки, чтобы потом в дальнейшем это все исправить. За каждым номером большая работа. Этот конкурс стал испытанием даже для опытных артистов. Очень волновались, потому что было очень много зрителей, и ты не знаешь, глаза прям разбегаются. Жюри улыбались нам, хлопали и аплодировали. Удивить жюри с каждым годом становится сложнее, поэтому педагоги коллективов придумывают необычные решения. По-новому представляют знакомые произведения и даже привлекают к участию родителей. В этом хоровом коллективе собраны три возрастные группы. У нас очень активные родители, они принимают участие в школьных мероприятиях. Даже родители посещают хор, поют, участвуют в разных конкурсах. Сегодня мы решили вместе собраться, чтобы выступить, показать себя. Фестиваль «Рождественские встречи», посвященный духовно-нравственному, эстетическому и патриотическому воспитанию детей, проходит при поддержке Департамента по образованию администрации Волгограда. Участники представляют работы по 6 номинациям, среди которых рождественские песнопения, танцевальное, театральное искусство, рождественские костюмы, подделки и фотографии. Дипломы фестиваля становятся отличным дополнением к портфолио исполнителей. Конечно, очень сложно, я считаю, справиться с эмоциями перед выходом на сцену. Но в основном страх, когда первые шаги на сцене делаешь, а потом уже легко все, уже все знаешь и ощущение удовольствия испытываешь от того, что ты делаешь. Каждый гость фестиваля получил подарок, созданного руками ребят белоснежного ангела-хранителя. Марина Сабадаш, Игорь Широков, Первый Волгоградский канал.